за столом сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу за детей наших и скинем с головы иней. Поднимем, поднимем и скинем с головы иней. Поднимем, поднимем. За утро и за свежий из полей ветер, за друга, не дожившего до дней, за память, что живет с нами, затянем, затянем, за память, что живет с нами, затянем. Бог в помощь всем живущим на земле людям. Мир дому, где собак и лошадей любят. За силу, что несут волны по полной. Полной. Родные, нас живых еще не так мало. Поднимем, поднимем за удачу на тропе шалой, чтоб ворон, да не по нам каркал. Почарки, почарки, чтоб ворон, да не по нам каркал. Почарки, почарки. Сергію, я хочу відкрити тобі таємницю. Моя мама ще 4 місяці тому записалася до тебе на прийом. Каже, піду тільки до Гладира. Але я так їй сказала, почекай трошки, тепер у нього велике творче майбутнє. Ти, до речі, навики лікування не втратив? Ну, у меня была на прошлом эфире возможность вспомнить на общей песне. Была стоматологическая установка, то есть пациент, все как должно быть. Так что, ну, вроде бы как не забыл. Ну, слава Богу, еще півроку мамуня почекай. Ты не раз сказал, что никак не можешь поверить в то, что все это на самом деле происходит с тобой. Казав, вот прийде 4 січня, ну, тоді вже, що тоді вже? И вот 4 січня. Ну, на самом деле, наверное, завтра я проснусь и пойму,
что же со мной произошло. Но твердо убежден уже сегодня, что это что-то очень-очень хорошее, и это просто какое-то счастье. Вот. Я на самом деле благодарен очень X-Factor'у и каналу СТБ за предоставленную возможность помочь своему ребенку. Это для меня очень... Спасибо большое. Дякуємо тобі. Я сподіваюся, що все буде добре. І тепер життя зміниться на краще. Я вірю в це. Побачимось. А це був Сергій Гладир. Здравствуйте, это я, Сергей Соседов. Рад приветствовать вас на канале YouTube на X-Factor. Если вам нравится наше видео, обязательно нажимайте лайк и рассказывайте об этом в соцсетях. Также не забывайте нажать кнопку подписаться. Всегда ваш Сергей Соседов.